Здравствуй, дорогой зритель! Сегодня будем играть в картель тайкун. Тайкун магнат переводится с английского, ну а с картелями и так все понятно. Это демо-версия игры, хорошая практика вместо раннего доступа дать игру посмотреть в демке и потом, чтобы люди делали вывод, покупать ее или нет, а то купишь ранний доступ, потом весь плюешься. А вот, так что это демка, сейчас ее посмотрим, если она понравится и мне, и вам, значит, на релизе возьму ее и поиграю. А если не понравится, то и ладно. Демка и демка. Так, этот бизнес сведет меня в могилу. Феликс Вихо, ака фермер. На этом берегу реки может попробовать нарастить производственную цепочку? Господь, помоги мне. Будем сейчас выращивать. Так, построить еще один склад. Паузу-то где, дайте осмотреться-то хоть. Первый запуск, я еще не видел, что там происходит. Чужие прохождения не смотрел, поэтому вообще не в курсе, что к чему. Но я так понял, что это экономический симулятор наркоторговцев. Видите, фермы с коноплей, да. Долго грузилось. Сейчас я попробую оборотов накинуть. Ну, конечно, начнет гудеть ноут, но иначе вообще все виснет. Совсем невозможно играть. Надеюсь, шипение, это гудение будет не очень слышно. Хотя мне теперь звук из игры стал не слышно. Так, значит, что надо делать? Построить еще один склад. Построить не менее 5 ферм, производящих каннабис. Достигнуть 40% эффективности лаборатории. Сейчас 0. Так, тут какие-то восклицательные знаки. Что-то происходит. Города и села. Фоскани. Это интересно. Молина. Настоящие города или не очень? Какая-то Мексика. Или нет? Так, ну ладно, давайте, значит. Грязные деньги 0, чистые деньги 48 тысяч. Обучение, управление, понятно. Включить режим удаления дорог. Здание. Эффективность. Дороги и движения. Ну, обычная стройка. А что сразу включилось-то? Я только нажал проверить, а ты уже включаешься. Построить не менее 5 ферм. Ну, давайте построим. Здание, ферма. Ага, видите, в желтенькой. А, да, вот в желтенькой эффективность повыше. Там, видимо, больше солнца. Так, у нас желтенький есть еще. О, зелененькая, наверное, еще круче. Да, вон зелененькая вообще 100. Ну, давайте в зелененькой строить тогда. Дорогу подведем сюда, да и все, делов-то. Так, как-то повращать можно было. Да и ладно, наверное, без разницы. Сколько 1000 всего стоит? Давайте дорогу подведем. Ой, а что там как-то фиговастенько ведется дорога. Дорога из асфальта. А, она такими кусочками. Ну ладно. Эть, не хватило, маленького кусочка не хватило. И что, я теперь не могу достроить этот? Могу. Все. Дорога, ферма. Нам надо 5, да? По 1000 они стоят. Ох. Компьютер с кнопками. С такими, с адскими. Вообще было написано, что игра на реальных событиях основана. Но учитывая, что игра про картель, я думаю, таких событий немало происходит в жизни. Так что запросто можно говорить о ней, что она на реальных событиях. Хотя, может, она действительно на реальных событиях. А, вот я нашел, как крутить. Да пофигу. Пусть так стоят, наверное, да? Главное, вот сюда их... Ты можешь, конечно, их поплотнее наставить. Но я посмотрел, что тут они не очень так плотно скучкованы. И тоже решил так не кучковать их. Хотя зелененький участок маленький у нас. Давайте поближе к дороге еще. Так, 100%.
Все, дороги. Давайте вот оттуда потянем вот сюда. Отсюда. Вот сюда. Отсюда. Сюда. И вот эту сейчас тоже присобачим. Так, все, да? Ну, погнали теперь. О, строится. Вырастает прямо из-под земли. Вот это магия картельная. Так, что-то не хватает, да? Какие-то восклицательные знаки. Эффективность 100%, 19 часов. Овощи. Можно овощи выращивать? Кока. Кофе, специи и курицу. А нафига? Нафига нам выращивать курицу, если мы тут картель пытаемся построить? Так, теперь что-то музыка стала громко орать. 6 из 5. Что-то я с фермой переборщил. Так, а тут что, ничего не происходит? А, это лаборатория, в которой все плохо. Нет поступлений. Не подвозит, поэтому она тормозит. Так, а что-то тут красное все. Хранилище на ферме заполнено. Если вы получили звезды внимания силовых структур, то различные силовики будут приезжать в переполненные склады, искать нелегальные ресурсы и принимать каждый свои меры. Так, ну давайте-ка на паузу тормознем. Звезды внимания, надо выяснить, где это находится. Ферма привлекает... А, ну вот это вот, да. Так, а почему же вы не вывозите это ушлепки? Надо же вывозить. У нас же тут целая куча ферм. Если они приедут, они всю контору спалят. Можно ли купить грузовиков? Лесопилка. А, вот логистика, склад. Ага. Постройте склад. Ну, давайте вот, вот здесь его... А, он должен доставать, наверное, да? Ну, вот здесь его давайте поставим в серединке. Хоп. И дорогу сейчас протянем, чтобы все они вытаскивали... Да как тебе поставить-то? Вот так вот поставлю. Чтобы они быстро все утаскивали, пока не поздно. Но ведь склад растет из-под земли. Так что... О, еще вторая переполнилась. А, ну вон, поехали грузовики. А может можно тут грузовик прикупить на складе? Требуется исследование. Транспорт 3. Развезли все? Нет, одну еще не развезли. Так, там развозят. А, вот тут тоже склад посерединке. И все он вывозит. И возит на ферму, на лабораторию. В лабораторию. Так, тут тоже перегруз. А что так часто-то? Ну-ка, логистика. Цех, лаборатория, резиденц. О, смотрите. Можно картельные домики себе строить. Так, экономика, это не то, что мне нужно. Мне нужно понять, как список лейтенантов. Нифига себе, лейтенантов. Поехать, доставить. Сжечь здание. Сжигает здание союзное. Ничего себе. Взращиватель каннабиса. А, ну ладно, пусть он взращивает там. А, так может его переставить на этот самый? Ну-ка, езжай-ка вот сюда, повышай там эффективность. О, смотрите, покатил. Что там у него, Камара или Мустанг? Добавил бонусов, нет? На 25 сокращает интервал производства в области. Так, фирма привлекает внимание. О, да тут жесть творится. Ребята, смотрите, стой, стой. Тут все вообще напали. Так, я думаю, надо здесь лабу тоже построить просто. А почему я не могу? Требуется исследование. Зачем я столько построил? Зачем? Блин, вот было написано 5 построить, я построил. Чего не так-то? Нормально же все. Складывать некуда. А, 8 получилось-то. Это еще 2 надо было всего добавить. Так, а почему со склада нету вывоза никакого? Вон туда вези. Можешь так?
Может так, наверное, да? Как больше грузовиков? Наверное, после улучшения требуется исследование. А где исследование? Слой эффективности. Наверное, в лаборатории, наверное же, да? Нет, лаборатория только производством занимается. А это что такое? Метамфетамин. Почувствуй себя тем самым, как его звали во всех тяжких-то. Не помню. С именами у меня очень все плохо. Когда с человеком знакомлюсь, я через 5 секунд забываю, как его зовут. Как же его звали-то? Ай, ладно, фиг с ним. Деревня. Закупить кого? Овощей? А зачем? Из овощей гнать самогон. Ну, походу, такая типичная игра по построению производственных цепочек. Просто сеттинг несколько... Так, что тут за палево? А, дорога. Ну, я не стал ее строить, потому что мне казалось, что вот эти вот штуки соприкасаются, поэтому и так сойдет. А вот фиг там. Нужно вот маленький такой клочок земли протянуть. Вот, значит, цепочки в таком сеттинге. Ну и в такой графике. Это грузовики размером с дома. Так, ну сейчас второй склад тоже заполнится на самом деле. Мы должны быстро все перерабатывать. А этот чувак спит. Почему он спит? Потому что он, походу, не может, да, тут работать. У него вот это вот специальные приказы. Ага, да, видите, здесь работать там он не умеет. Не исследователь, нифига. Не нужен он в лаборатории. Так, ну вы вывозите или вы не вывозите? Дополнительные пункты. Нет, они не вывозят. Это игра для тех, кому надоело Гильдия 3. Там тоже эти сюда бегают. Вот та же фигня ведь сбоку. Так, ну вот здесь они со склада везут, я вижу. Причем тут даже пункт назначения никакой не установлен. Значит, тут тоже надо снять его. Они сами понимают, когда надо вывозить. А, другой вопрос, что у нас их очень дофига. Так, склад привлекает внимание. Но они все тут привлекают внимание. А, давайте выполним скорее. Достигнуто 40%. А, достигнуть 40. Сейчас у нас 23. А я знаю, что надо сделать. Надо выключить просто лишнее. Нам 5 надо. Вот сейчас 3 выключим. Да и все. Хорош. Все равно, почему вы не забираете-то? Походу, лаба должна быть в радиусе склада. Тогда оно работает. Тогда всю эту лавочку надо выключить, пока не спалили. Ну, кстати, смотрите, все равно засчитано 8 из 5. Ну и хорош. А, тогда вот сюда возвращаемся на нашу первую делянку. И смотрим, как нам поднять эффективность. Статистика. Логистический интервал 2 часа. Стоимость содержания 5. Вместимость хранилища 38. Новый ресурс овощи. Не пойму, нафига нам овощи производить, правда? Чистые деньги 28. Мы уже на двадцатку влетели. Такой из себя, из меня выращиватель травы. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Эффективность растет или не очень? 23 есть уже. Прыгают какие-то эти. Не знаю, какая-то бочка прыгает с удобрениями. Так, а вот он везет готовую, смотрите. И куда он ее девает? Никуда не девает, да? Ага, 79 из 125. А, никуда он не девает, поэтому мы в минусах. А, берем, значит, своего лейтенанта.
Давай, забери отсюда. Вот. Не так это работает. Езжай сюда. Доставь отсюда вот это. Вон туда, наверное, да? Помчал. А можно в город? Зачем на самолет-то? Вот же, тут целая деревня, что там, им не надо. Тем более, вон какие-то домики. Банк. Районный склад. Можно прямо в городе хранить, видите. Даже не строить вот эти вот свои мелкие складки. А, тут такие зоны перехвата. А там прям хранилище, хранилище. Ага, город находится под контролем моего картеля. Моя территория, не взимаются деньги. Здание. Банк. Отель. Ну, так много всего вот можно понастроить. Интересно. Так, где там лейтенант наш? Отвез. И отдыхает на аэродроме. Ну, ты отвез, если то ты возвращайся. Ты что отдыхаешь-то? Он точно все отвез? По-моему, нифига деньги мы не получили все равно. Смотрите, за 10... А, 10. За 3 700. А у нас сколько там? 28. И что, его вручную все время гонять надо? Серьезно? Ну-ка, давайте вот так сделаем. Хотя еще можно попробовать отправить его вон в деревеньку. Я не знаю, может быть, там тоже. Отвези-ка, мужик, вот это вон туда. И... Да и нифига не произошло. Хранилище просто. Понятно. Это не катит штука. Давай вези тогда туда. Нет, смотрите, на хранилище осталось. А ты пустой, значит, да? L. Как L-то? L не нажимается. Скорость медленно. Скорость не меняется. Всего один. А, вон, везет. Нет, значит, они все теперь будут возить сами. И вот они везут деньги, смотрите, целый грузовик бабла. 2 500 баксов, мне кажется, поменьше должны место занимать. Не сколько там, не 8 коробок. А ладно, раз они сами катаются, можно этого не гонять. Чувака, пусть он везет. Тут на 25 увеличивает прирост. Так, и эффективность нашей фирмы упала вообще до 12. Нашей лабы. Почему-то. Почему-то так произошло. Грязные деньги. А их еще отмывать надо будет, да? Ну, обалдеть просто. Я знаю, в чем прикол. Нам нужно вот здесь накинуть фермы. Просто они должны быть рядышком со складом. И рядышком... Так, поворот XZ. И рядышком... Прямо рядом с дорогой поставить ферму. Совсем, наверное, наглость, да? Вот одну сюда воткну. Чтобы загрузить производство, нам нужно достаточно сырья, чтобы у нас было. Так, ну а что дорога-то не строится? Нифига. Что такое-то? Асфальт. Есть. Ну и вот здесь сейчас тоже. Давайте даже куда-нибудь вот сюда. Будет близко и до склада вот так кататься. И туда, и сюда. Сейчас у нас будет 5 на одну. Я думаю, хватит загрузить, чтобы лабу. 17. Видите, 25 максимум мне. Нет поступления опять. Так, требуется исследование. Где найти исследование здания?
А, я видел исследование в городе, мне кажется. Вот, исследовательский центр. Нельзя. Почему? Потому что демка. Либо потому что демка, либо потому что надо сначала, наверное, вот этот районный склад бухнуть тут. Но я не вижу смысла в нем, потому что у нас и так как бы склад не заполнен. 44 из 125. А, и смотрите, еще и наличку тоже надо куда-то девать, потому что она сейчас в лимит упрется. Еще один грузовик сейчас прикатит, а вон он уже едет. И у нас наличка забита, все. Ну, значит, наверное, вот этот склад надо все-таки. Давайте построим, деньги есть. Так. А, деньги надо это. Вот тут, наверное, отмывать, да? Банк отмывает грязные деньги, да, вот же все же написано по-русски. Что ж я? Добавьте его как пункт назначения для любой резиденции или склада с деньгами. Все понятно. А, все понятно, но дополнительный пункт только один. Ладно, давай в банк. Но я уже склад построил. Хотя, смотрите, сейчас сделаем как-то по-другому. А, ладно, пусть отвезет эти бабки. Вот этот склад, у него три пункта назначения. Мы можем отсюда гонять вообще везде. Казалось бы, да? Но нет. А на аэродром? На аэродром можем. Дальше отсюда вот сюда. Давайте в лаву будем гонять и... Не везде можно из него гонять. Ну, ладно, значит, пусть и вывозит с аэродрома деньги. Короче, деньгами пусть крутит тут. А как эти деньги на склад передать, теперь большой вопрос. Сырьевые закупки. Пополнение запасов, отдел химсырья. Потребительские товары. Телевизоры можно делать. И консоли. А, это, наверное, чтобы прикрывать свой бизнес. Типа легально все. Так. Склад привлекает внимание. Он все еще не успокоился там. Все же, все разгрузили уже нормально. А, вон все, видите, вываливается. Дыщ, дыщ, дыщ. Из окон. Выпало все из окон. А чего дофига? А, вот этой зеленой штуки дофига у нас. А что ты не везешь-то? Еще привез. А вы не можете сразу напрямую возить отсюда в лабу? Вам через склад все надо делать. Еще не все деньги отвезли. А, ну вот, смотрите, отмывание идет. 8 часов занимает отмыть 2,5 штуки баксов. Денег отмыто. За месяц 7500. Так, а все-таки хочу исследовательский центр, чтобы побольше грузовичков. О, смотрите. Так, и. Так, склад 17200. Ах ты, зараза. Срок уже нету. В общем, я нашел это. Как это сделать? Теперь надо заработать. Так, тут вон какие-то стрелочки появляются. Выросла эффективность, а здесь 35 тоже выросла. Все, скоро мы все выиграем. Первую задачу. Я надеюсь, тут при завершении миссии на другой участок не выкидывают, а то уже тут столько всего настроено. Ферма. О, все, проект исследован. Оно само, что ли, исследуется? Вроде я не выбирал. О, все, видите, конец миссии. Спасибо тебе, Господи, что всегда направляешь мои мысли и действия. Без тебя я лишь червь земли. Ребята сообщили, что наши склады наполнены товаром. Пора бы разобраться со сбытом. Есть у меня тут неподалеку один купленный аэродром. Пора бы наполнить его работничками. А, наполнить его работничком, значит, деньги они едят свою паэлью. А, ну, как бы я уже вожу туда без остановки. Так, переместить любого лейтенанта в любой склад.
любого. Он всего один. Давай на склад. Хочу доставить сушеный каннабис на аэродром, используя основные приказы лейтенанта. Доставить сушеный визи. Для любого склада в качестве пункта назначения выбрать аэродром. Снимаем банк, ставим аэродром. Произвести и продать 50 единиц. Ну, все, тут как бы все, все задачи выполнены. А можно же быстрее сделать все это дело. О, да, 3,5 раза. Отличная опция. Так, ты все, давай, вернись. Вернись куда-нибудь. Все, видите, вот три задания закрыты в один присест. А, лаборатория 1, она улучшена? Нет, она не улучшена, она требует двушник. Давайте ее... Требуется исследование. Я же там делал же уже что-то. Так, лаборатория. А, 17 тысяч. А это исследовано. Так, а первое исследовано, почему нельзя построить? А, теперь, вот теперь можно строить лабораторию вот там вот, в этом загашнике. До этого нельзя было. Так, а где оно? Вот же оно. А, денег нету. Понятно. А вот то, что мы там отмываем, где все находится. Осталось пункт назначения. Хола, Феликс, я Пабло Креспо. Комиссар национальной полиции. Ух ты! Менты за жопу взяли. Не ожидал, что такой еще, как ты, могу заинтересоваться и я. Ладно, ладно, шучу. От своих псов я услышал о твоем бизнесе и подумал, что мы могли бы стать неплохими друзьями. Разумеется, у нашей дружбы есть первоначальный взнос. Хохот хрюханьем зазвенел на том конце провода. А, это он по телефону звонит. И вам доброго здоровья, господин Креспо. Меня не интересует ваша дружба. Нет, нет, ты, кажется, неправильно понял. Извини за это, Феликс. Ты не можешь отказаться от нашей дружбы. На том конце провода явно пытались сдержать смех. Через месяц мои ребята приедут за деньгами. Будь готов им нагрузить зеленые кирпичики фундамента нашей прочной дружбы. Нашей доброй дружбы. Так, через месяц вы должны будете отдать 100 штук. Пошел ты. Через месяц вы будете должны отдать 50 штук. А сейчас получите одну звезду. Я не увидел, где эти звезды, поэтому пошел он. До встречи через месяц. Потому что 100 штук я... А, вон, все, увидел, где звезда. Здравствуйте. Ух ты, ё-моё, еще один. Меня зовут Панфилио Рамос, я глава Федеральной службы безопасности. Мы с тобой пристально наблюдаем, ты сейчас в разработке у ручных пёсиков полиции. Они будут откусывать тебя по одному зданию, накладывая арест. Я могу сказать им фу, и ты продолжишь свое развитие. Конечно, не бесплатно. А могу не мешать, и ты получишь то, что получишь. Так. Дать взятку 50. У меня нет полтинника. Не давать взятку. Вторая звезда сейчас, да? Я бизнесмен и добрый семьянин. Никаких дел с суками из правительства я иметь не хочу. Как некрасиво выражается добрый семьянин, да? Так. Грязные деньги. Говорят, что у них нет запаха. Ложь. У грязных денег есть и запах, и вес. Их тяжело тратить, хранить, и на них слетаются копы. Нам бы отмыть деньги. Да я уже пытаюсь, и что-то не пойму, что не моются. Стойте, давайте скорость убавим. Арест. Подозрительное здание будет арестовано. У нас подозрительных зданий вот там целая куча. Я хотел сейчас повключать с постройкой лаборатории, но не хватает денег. Хотя у нас грязного бабла немерено. Оно вот тут, что ли, все лежит? А, оно все тут. Так, давай в банк иди, вывози скорее, а то склад весь забили. Давайте выключим какой-нибудь, то мы не успеваем вывозить. А, даже знаете, что сделаем? Давайте второй склад поставим просто здесь, поблизости. Я там далеко поставил, он не охватывает эти домики. Задачу-то я выполнил, но толку. Толку никакого. Сейчас вот тут поставим еще один склад и будет, может, полегче. Так, ну все, ничего не перегружается. Трава перегружается, 122.
А ты почему ее не тратишь? А, наличка была потеряна. А как это? Какого фига, интересно? Вот же они везут ее. Все, деревня выключена. Была выключена деревня. Какая-то. Как можно деревню выключить? Это же не фабрика. Так, ладно, с банком давайте разберемся. Привлекает внимание, привлекает внимание. Почему ты не работаешь? Ну я же построил кусочек асфальта уже в тот раз. Еще хочешь асфальта? Ну на, еще кусочек. Все, заработал он, да? Или нет? Здание не имеет доступных пунктов назначения. А, давай, ты будешь ездить на аэродром за баблом, а ты будешь ездить тут. А, отсюда... А, второй нельзя, да? Ну тогда езди просто тут, все вывози. Так, что там подсказывают дороги? С дорогами я вроде разобрался уже, лейтенанты. Лейтенанты, ресурсы, точки, деньги. Вот, с деньгами давайте, потому что я что-то мою-мою, их вон вроде стало какое-то количество. Так, чистые находятся на вашем банковском счете, грязные в чистые называются отмывкой. Можно помыть в банках, банкротство приводит к проигрышу. Так, грязные деньги могут перевозить резиденции. Ну, в принципе, я так и делал. Почему же не работает-то? Так, опять тут дофигища травы. Вы возите или не возите? Районный склад хранилища. Да, вот тут 22 тысячи тоже налички дофига. Ну, ладно. Опа! Едут. Ох ты, они за складом за нашим. Нет? Не за складом проехали. Они, наверное, сейчас вон на ту нашу, на закрытую делянку щемят. Да, тут же все на измене. Ой, тут вообще что-то все загорелось и взорвалось. Едут. Да, тут вообще какое-то палево, видите, все горит. А, она, походу, стала анимацию проигрывать до того, как они вообще приехали даже. Так, подозрения полиции были обоснованы, они нашли нелегальные ресурсы и временно арестовали здание. По окончании ареста вы можете выкупить здание. Дата события. Понятно. Осталось 15 дней. Такие бестолковые, да? Соседний склад через дорогу, что не проверили. Ладно. Так, арест, да, это все под закрывание дело. С этим складом как дела? Нормально. Так, еще раз едут, что ли? Еще одна полиция едет. О, так. Да, вон, видите, началась анимация с вот этим палевом до того, как они приедут. Типа, видите, стрельба какая-то происходит, да? Все горит, все ломается. Ну, вот они сюда едут, пусть едут. У нас там ничего не происходит. Хотя вот этот, конечно, участок сильно лучше был. Зеленее, трава тут, солнце больше. Но лабораторию я не смог тут поставить, чтобы начать все перерабатывать. Еще, что ли, раз полиция едет? Но они сейчас заколебут там все это. Можно все это выключить как-то, удалить? Потому что все тут посносят. Не успею я тут построить лабу. В этом хорошем месте, плодородном. Потому что они сейчас будут сносить все один за одним. Так, грязные деньги. Почему так много грязных денег? А, вот он возит их сюда. А, вот эта странная фигня, что нет поступлений, что нельзя две точки к складу прицепить. Вывози в склад теперь.
на склад, в смысле в банк. Все, да, там позакрывали все. То есть тут 17 накопилось, теперь нужно вывести оттуда сюда, отсюда туда, да? Ну странная же ерунда. Почему сразу-то напрямую нельзя? Нечего продавать. Вот эти грузовичок с баблом. А, все. Они уперлись в него и не могли проехать. Так, теперь мы будем отсюда возить свои 5000 вон туда. Понятно. И потом их будем отмывать, у нас появятся чистые. Все, хорошо. Здесь чего? Здесь, смотрите, здесь заканчивается все. Давайте включать обратно. Обе. Так, а тут чего горит? Недостаточно ресурсов. Главное, склад, главное, забит, а ресурсов недостаточно. Вот вы. Так, отмыть 25 тысяч надо, отмыто уже 17, да, еще 8 тысяч. Все, кончилось. Теперь надо отправлять их опять на склад. В смысле, на аэродром. Опять менты едут, да ё-моё. А, ну продолжается вот эта штука, я не могу отсюда все вывести, потому что тут и так все забито. Хотя, знаете, давайте, вот, я сейчас лабу тут построю, прям вот здесь вот, дорогу к ней протяну. И сейчас вот этот склад мы включим, и пускай он, а, он так не может, да? Просто я их выключил, думал, они все теперь без палева. Нифига они не без палева. Так, а ты что не едешь-то? Нет свободного места. Так вези, вот же. Что за ёкаламане? Нет дороги к складу. В смысле нет дороги к складу? К складу прямую надо провести, что ли? Ну на. Вот бред-то. Не, ну ты видел, ты видел. Бредятина, короче. Вот по такой дороге не может. Надо напрямую, чтобы они были соединены. Тогда получится все. Офигеть. Так, а вон менты едут уже. А, вот за соседней фермой. Ну и мы сейчас вот эту тогда включаем по-быстрому. И сейчас тоже тут дорогу проведем тогда. Чтобы он сейчас... Все, что он вывез туда, чтобы он сейчас все забрал отсюда. Так, так нельзя, он сам должен это делать. Понятно. Ну ты что не делаешь-то? Они же ждут тебя. А что не так-то? Нет дороги к складу. А вот это что, не дорога к складу? Блин, что-то тут тупничина. Вот что за тупничина. Блин. Ну, это, конечно... Ладно, это демка. Я надеюсь, что вот эти вот... Допустим, должна быть дорога тут туда. Так, а здесь я как строил? Тут что, запалево? Нет свободного места уже. Понял, давай. Вези на склад. А то сейчас тут... А тут что запалево? А тут все завалили. Ой, все, этот склад сейчас спалит. Вывозите бабки вывозите мои быстрее. О, и тут все спалят. Так, Гектор Алехандро Вихо. О, Гектор, как я рад, что ты приехал. Откинулся, походу, с зоны. Приехал к этому, к дядьке к своему на работе. Узнаешь своего Тио. Не знаю, что такое Тио, но я подозреваю, что какая-то степень родства между ними существует. Феликс светится лукавыми морщинками, но через секунду тень пробегает по его лицу. Но у нас мало времени. Видимо, времени мало, потому что времена тяжелые. Бог дарует нам столько, сколько сможем вынести. Вот, узнаю своего дядюшку. Да, видите, действительно, дядюшка и племянник. И почему-то не писатель, потому что я бизнесмен. Так, давай-ка за дело. Давай, конечно, за дело. Так, покажу тебе, как все устроено, расскажу о планах на будущее. А, закончился, да, квест закончился. Намыли 25 тысяч перед тем, как нас накрыли наш складик. Ну да ладно. Чтобы ты был готов, если со мной что случится. А пока я в строю, будешь мне помогать, сокол Гектор. Феликс. Ой, то есть патрон.
Ты берешь меня в карты лейтенантом в статусе сокола? Спасибо. Так, ну, что там, взятка? А, 16 дней осталось. Надо полтинник еще на взятку намыть. О-о-о! Надо вернуть резиденцию брата. Эти ублюдки убили дорогого алехандрита и теперь едят из нашего фамильного серебра. Надеюсь, Гектор захочет отомстить за смерть своего отца. Разборки. Бандюганские разборки. Подождите. Нажмите на паузу. Значит, у нас есть проблема. Нам нужно полтинник через 15 дней намыть, чтобы заплатить. Так, тут происходит что-то наконец-то? Происходит, да. 23, 24, 5. Да, здесь работает. Деляночка номер 2. Так, здесь 2500, нифига нету. Дополнительные пункты. Дополнительный пункт вывози на аэродром. Так, там наш склад с баблом накрыли. Так, ну давай тоже тогда дополнительные пункты на аэродром. Тем более, что тут перегрузка. И давайте лейтенанта еще зарядим. Пусть он тоже по-быстрому вывезет, пока не нагрянули. Подождите, это не то, что я вывожу, нет? Нет, то. Все, сейчас это вывозим дело. Завоевание. Так, завоевать вражескую резиденцию. Включить новую резиденцию. Отмыть 10 тысяч. Подождите. Так, автоматизация. Изучить цех в исследовательском центре. Построить цех. Доставить 60 единиц. Это все чудесно, но у нас время на взятку уходит. Так, ну ты все что ли? Давай назад тогда, еще вези. Хотя, зачем? Пусть он эти отвезет. Уже нельзя поменять. Хотел деньги в банк отвезти. Нам нужно еще много. Нужно еще много. Так, ну давайте вон завоевание успеем провести. Так, лейтенанта во вражескую резиденцию. Вон я вижу резиденцию. А вот я вижу лейтенанта. Поставщик разблокирует лабораторию. Вон, давай-ка вон туда. Или вот сюда, что ли, поближе. Или куда? Есть еще какие-нибудь резиденции? Да давайте, ладно, вот на эту. Так, вы собираетесь отправить лейтенанта в здание противника. Это вызовет столкновение на территории. Война неизбежна. Два, это наша сила? Да, это его сила, там один. Ну и все тогда, давай. Сейчас посмотрим еще пару действий. О, щемит, щемит. Пару действий посмотрим игровых и заканчивать. Все, да, взяли резиденцию. Теперь мы можем что с ней делать? А это деревня, это не резиденция. Тьфу ты, ё-моё. А вот это, вот резиденция. Чувак, я тебя не туда отправил. Иди вон туда. Не знаю, зачем я эту деревню захватил. Вот у нас тут есть какая-то деревня. Она как будто что-то делает. Но я не знаю, что она делает. Вот резиденция вот тут, значит. Так. Вот, да, в резиденции. Что-то мы не побеждаем тут так бодро, как в деревне в тот раз. Ладно, пусть пока там возится. Может, еще что сделаем. Ой. Доставить деньги в банк. Победил? Нет, еще не победил. Не получается что-то у него. Что-то происходит. Недостаток ресурсов. Ну, здесь одна только ферма осталась, так что уж извините. Так, ну что там с резиденцией-то? Потихонечку побеждает? Потихонечку побеждает. 2400. Мало денег, но... Ну ладно.
18. Ну, я так смотрю, я не очень-то успеваю. Давайте ускорим все это дело. Посмотрим на резиденцию. Ну прям вообще не хотят сдаваться. Ну давайте еще ускорим. О, все, захватили резиденцию. Так, что умеет резиденция? Пункт назначения. Бабло, значит, она может, да? В банк. На аэродром. Так, в последнее время мне снится один и тот же сон. Зеленое поле с марихуаной простирается до горизонта. Гремит гром, а небо ясно-ясно, и тут начинает сыпаться снег. Нет, снег не бывает таким. Белым наполняется все поле, вырастают сугробы. Когда они дотрагиваются до солнца, то гулким водопадом обрушиваются на землю. Я слышу, как нечто своими ростками пробивает землю, а затем шестит. Чувак, ты не употребляй так много. И вот уже все бескрайнее поле забито зеленью долларов. Медленно, колыхая бедрами и открытой полной грудью, ко мне подходит женщина. Улыбаюсь распутной и одновременно материнской улыбкой. Она протягивает мне лопату. Я беру ее. Женщина распадается на части. Окровавленные части тела, оставляя следы, пытаются расползтись в трещины, забраться под камни, ускользнуть в траву. Я просыпаюсь в холодном поту. Гектор, что с твоим лицом? Патрон, я тоже немного устал. Я тут от друзей узнал про выращивание коки. Говорят, что кокаин занимает в полтора раза меньше места, а стоит в четыре раза дороже. Вот это бизнес-подход. Сэкономить складские мощности и повысить рентабельность производства. Я бы взялся за это дело, если ты меня благословишь. Кажется, я разгадал свой сон, Михиджо. Ты мое благословение. Конечно, я думаю, нам стоит попробовать расширить бизнес. Дядя, в регионе есть эффективное производство. Мы можем захватить эту цепочку. Есть еще вариант занести денег в исследовательский центр и получить необходимое здание, чтобы самостоятельно построить цепочку. Сам понимаешь, что у каждого решения свои последствия. Ну построим сами, что? Хотя мы же бандюганы, нафиг нам строить, надо ломать. Ладно, поздно уже. Мы бизнесмены, а не головорезы, дорогой мой. Ну вот, вот как-то так. А, так, не успел я досмотреть. Ага, значит, отсюда мы можем еще на склад гонять. Нифига не можем. Только на аэродром и в банк. Ну, значит, эта штука будет деньги намыть без остановки. Я так понимаю. Да, резиденция отмывает грязные деньги. Разместите свою резиденцию так, чтобы в ее радиусе находилась точка сбыта контрабанды и город с банком. Ну вот, город есть. Вражеский город, смотрите. При перевозке взимается 100% грязных денег. Ничего себе, тут у вас тарифы тут. Нам надо захапать город. Что там было написано? Сила 3, да? А у нас, у нашего сила 2. А есть у них тут прокачивание какое-нибудь? Так, ну ладно. В общем, как-то так. Ладно, на этом я заканчиваю первый взгляд свой. Пишите комментарии, ставьте лайки. Понравилась игра, не понравилась. Если будет интересно, то в релизе я, наверное, в нее еще поиграю. Как пойдет, как со временем будет. В любом случае, спасибо за просмотр. И пока!